Лише звитяга будівельника могла завадити хіміку достроково здобути перемогу у регулярці. Чинні чемпіони гру з лідерами проводили вдома у день народження головного тренера. Вони повели в рахунку 13 очок, але розгубили перевагу. За 10 днів до завершення регулярного чемпіонату хімік перший. Будівельник – це команда, на яку, я думаю, не треба спеціально настраювати гравців, знаходити якісь слова, тому що це команда Євроліги і дуже добре себе проявили Кубки Європи, да, і з хорошими, і отличними гравцями, і з отличним умним тренером, который, да, уже второй год ведет команду. Айнарса я знаю очень хорошо, и вместе играли, и как тренера я знаю хорошо. Хотя как тренера мы вместе не работали, но как бы уважаю его тренерскую карьеру и работу. И, конечно, хочу ему поднести, хотел ему поднести подарок, но, знаете, не в таком виде, как проиграть игру сегодня. Да, хотел сам выиграть, но так что так вышло, что это день рождения Айнарса, да, но я думаю, что он так и так отпразднует хорошо свое день рождения. Конечно, приятно выиграть чемпионат, но чемпионат заканчивается последней игрой плей-офф, да, так что думаю, что радоваться рано. Есть какие-то вещи, которые нам удавалось в этой сезоне, да, и более-менее проходить ровно, несмотря на то, что чемпионат как бы колотил, да, то вверх, то вниз, имея по ситуации с игроками, да, по календарю. Кого-то выдвинуть, с кем я очень неудобный нам противник. Так что всеми мы играли и всеми мы доказали, что можем играть. Так что как попадется по турнирной таблице, будем и настраиваться. Игроки и команда, и все это должны понять, что плей-офф – это каждая игра, это должна быть как последняя. Да, и так будем и стараться играть.